Ну что ж, друзья, сегодня у нас в гостях Полина Калинина, солистка фолк-группы «Груша», который клип вы видели прямо сейчас. Доброе утро, Полина. Доброе утро. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Вы всегда так ходите? По улице, да. Нет, не всегда. А почему? Только по понедельникам. И только коктейль Молотова. А как вы по понедельникам по утрам просыпаетесь? Легко ли? Легко. То есть вы такой жаворонок. Кто рано встает, тому Бог подает. О, фолк-группа, видишь? Ну, на самом деле, вот, честно говоря, я с трудом представляла, как это можно совместить, Билли Айлиш и фолк-группу. А вообще песня-то о чем? Песня? Да. Ну, перевод песни очень своеобразный, как вы все знаете. И мы посчитали, что... А расскажите. О чем? Да. Про плохого парня. Про плохого парня. Bad guy. А это вы делаете же bad guy? Да. Я два раза из этого пересмотрел клип. Клянусь. Это очень... понравилось, да? Да. Ну не, я честно, я два раза до этого. То есть я один раз посмотрел, потом в какой-то момент наткнулся, думаю, блин, прикольно, я еще раз посмотрю. Очень круто. Во-первых, вы круто сделали. Спасибо. Все, хватит комплиментов. Рассказывайте. Ну, в общем, в ее тексте некая такая бесовщина, чертовщина, и мы решили, что это прекрасно будет сочетаться с тем. С темой святок. То есть клип вытекает из рождественской истории. И мы тоже решили погадать, повеселиться, поприкалываться. И вот все, что у нас получилось. И как в конце вы могли увидеть, мы превращаемся в ведьм. Да, было такое. И это как на Ивана Купала или в ночь перед Рождеством. Девушки соблазняли молодых людей и убивали. Серьезно? Да. Мне сейчас страшновато, честно говоря, стало, потому что, ну, скоро Рождество, и... Ладно. А кому пришла идея такого клипа? Кто... Да, кто режиссировал, кто писал сценарий, или это вот вы собрались, поприкалывались, и получилось хорошо? Ну, мы просто с девочками загорелись этой идеей и начали как-то ее реализовывать, придумывать вообще сюжет. Придумывать, что мы хотим, как мы это хотим. Андрей Киряков как там появился? Ну, мы ему предложили, так как он вместе с Билли Айлиш был. Ну, само на собой. Шоу «Вечерний Ургант». Я больше скажу, это она была с Андреем. Ну, на да, шоу. Да, скорее. Да. Мы так считаем. Да. Вот. И мы начали снимать. Собственно, вот то что. То есть сценарий вы придумали? Да. Постепенно все. Идеи собрали и придумали. Где вы снимали? В Лобаново. Почему? Лобаново именно? Потому почему? Что там нашли такой... Андрей нашел вот такую замечательную избу, где было все так под старину. Это было очень гармонично. Так, а были какие-то случаи интересные, может быть, кто-то... На площадке. Да, может, приходил, мимо шла какая-то бабуля и вас прокляла. Ой, нет, были всякие собачки-люськи. У нас все, которые собаки бегают, это все люськи, это наша фишечка. Это собаки-люськи? Вот, то у нас, да, то у нас беляш упадет изо рта. А беляш, ну это же это типа, же, конечно, фишка, да? Очень... Беляш такая, Билли Айлиш. Да. Именно так ее и называют у нас в России. Да? Фанаты ее, да. Это кто, именно у вас беляш в группе называют? Нет, именно в России есть фан-клуб, и они там называют беляш. А вы... Аппетитненько. Гуглили это как-то? Да. Мониторили? Да. Да, чтобы понять. А скажите, а как-то отреагировала она на ваше творчество? Вот еще нет, потому что я ей отправляла им в Инстаграме, но я еще буду пробовать отправлять на сайт. У нее есть собственный сайт. Так. Вот, я все-таки хочу добиться того, а отметили чтобы... ее где-то на... Да. Так, мы ждем, получается. Со дня на день она ответит, придет. А сколько прошло времени с момента? 2 числа мы опубликовали клип. С этого где времени... его можно посмотреть? ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе. Что по просмотрам у нас? Вот больше, наверное, почти за неделю, где-то 200 тысяч просмотров. Слушайте, а дорогое удовольствие снять вот такой клип? Мы попали? А это секрет, это секрет. Вы подписывали что-то, да? Типа не разглашение? Ну вот секрет я не смогу. Хорошо, потому что приедет Билли Айлиш, скажет, сколько вы потратили, а
давайте я дам больше. Да, да, да. Вот. Да. А вы уже и сказали, клип что... больше никому не показывает. Ладно. Давайте, наверное, расскажите о том, как вы пришли в фолк-группу «Груша», да, вообще, как туда попасть, можно ли, или у вас определенный коллектив, который уже нельзя ни расширить, ни что. Рассказывайте. Ну, в общем, я раньше занималась бальными танцами с самого раннего детства. Пока? Пока. Ну, очень логично, ладно. У моей мамы, Калины Ольги Салаватовны, в танцевально-спортивном клубе «Дуэт» ДК Солдатова. Угу. И танцевальный спортивный клуб «Дуэт» часто пересекался на площадках вместе с ансамблем «Воскресенье» профессиональным. И мне очень понравилось, как пели девочки, и я решила, что я тоже хочу петь. И я пришла в коллектив. Слушайте, «Воскресенье»? Да. А вы можете что-нибудь спеть, вот как бы вот то, что вам понравилось? Вот прямо сейчас, акапельно. Ну, что-нибудь, не знаю, утреннее, что-нибудь такое, чтобы не какое-нибудь страдание, а такое бодренькое. Мне кажется, ты вот из тех людей, которые... Ты что, КВНчик, ну-ка, пошути. Нет, я не из таких. Прямо сейчас? Ну, просто встать? Можно, можете вставать, можете сидеть, как вам удобно. Даже не знаю. Да, лучше сидя. Давайте. Давай так. Вы пока думаете, а мы продолжим разговаривать после небольшой паузы. Ну, не сейчас, а позже. Угу. Подумаем. И... Так, вы пришли в группу... В ансамбль «Воскресенье». Да. Я там занималась, вот уже занимаюсь 8-й год. Мы ездим... Ансамбль вообще является победителем и лауреатом всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. А чем он занимается, ансамбль? Поет, танцует? Фольклорное пение. Угу. Мы базируемся на этом. А там же меньше, по-моему, участников в группе «Воскресенье», да? Профессиональный коллектив «Воскресенье» — это 4 человека. Да. Ансамбль «Воскресенье» состоит из, как бы, образцовый ансамбль. Он состоит из нескольких групп детей. Вот. С какого возраста туда принимают детей? По-моему, лет, наверное, с 5. А это бесплатное обучение? Да. Во дворце забыла? Да. А Солдатова? Солдат. Нет, во дворце детского и юношеского творчества на Сибирской. Это именно дворец для детей. Да. А мы уже в Солдатово. Так, вы там занимались. И да. Дальше. И вот 3 года назад мы решили создать группу «Груша». С кем? Почему решили? «Груша»? Вот мы решили, что это такое необычное название, веселое, непривычное. Все, когда слышат, очень удивляются. Ну, это зато откладывается в памяти. Бесед «Груша» нельзя скушать? Да. А с кем вы решили? С вот, девочками. То есть, с которыми занимались, да, в воскресенье? Да. Так, и сложно было создавать группу? Как вы выбирали репертуар? Искали, брали что-то из прошлого, пробовали, искали. А где что у вас в репертуаре? Да. Ну вот у нас в репертуаре русский фольклор, старые народные песни, которые мы... переделываем. Современно? Да, добавляем современную обработку, биты, и вот получается. А кто делает вам музыку? Да, у нас есть аранжировщики свои. В смысле, знакомые. Прям штат у вас? Там, ну, не прямо штат. 500 человек заперли? Нет, все, не прямо могут... штат, нет. Угу. Хорошо, а какие у вас дальнейшие планы, мне вот интересно? То есть сейчас Билли Айлиш... Мама не собирается вас обратно на бальные танцы затянуть? Ну, все возможно, но... даже так? Нужно все в комплексе делать. Потому что раньше это было так. Мне просто интересно, а вот смотрите, вы, получается, сейчас сделали Билли Айлиш, она выстрелила, безусловно, получилось круто. И дальше у вас нет планов переделывать именно иностранные или, может быть, современные, там, Кридушку переделать, например, или Тимати? Ну, согласитесь, будет круто. Ну, я не знаю, мне почему-то, я жду от вас просто чего-то нового, да, вот таких вещей. Да, кого-то нашего. На самом деле планов много. Постепенно их реализация проходит. Всех секретов я вам, конечно, ну, хотя не бы расскажу. Один, хотя бы один. Но намекните. Ладно. Совсем скоро будут дни Сицилии в Перми. Боже. Само собой. И приедут наши дорогие друзья итальянцы. Так. Где мы очень хотим снять с ними клип. А какие-то известные итальянцы или просто «О, итальянцы, давайте к нам»? Нет, они известны в Италии, и мы с ними очень давно сотрудничаем. Одним из последних фестивалей, на котором мы были на Сицилии, это «Sagra del Mandorlo in Fiore». Это международный фестиваль. Вы долго учились это произносить так хорошо? Хорошо, международный фестиваль, который
объединил много культур, национальностей. Это просто колоссальный вообще опыт, такие эмоции, такие воспоминания. Вы на том фестивале пели народные песни? Да. И итальянцы свои народные песни? Да, там каждый пел свои песни, показывал свои танцы, свою культуру. Это очень круто. И вы сделаете, вы поете итальянскую сейчас, а не русскую? А не русскую. Да. Ну, мы все вам рассказывать не будем. Хорошо. В общем, тематика, я думаю, что будет русские каникулы, ой, итальянские каникулы в Италии. Вот мы, в общем, будем думать и решать, что у нас получится. Так что ждите, тизер. Ой, будем ждать. Ладно, пока что ждем мы нашу рекламу, после чего будем продолжать наш разговор. Полина Калинина, солистка фолк-группы «Груша», у нас сегодня в гостях, и мы продолжаем разговор об ее творчестве. Расскажите, где вас можно увидеть в ближайшее время? Какой-то концерт, может быть, ожидается? В ближайшее время состоится арт-фестиваль 12 декабря на площадке... Прямо посередине недели? Да, четверг, очень хороший день, я считаю. Так. На площадке завода Шпагина «Молодость без границ». Этим фестивалем мы хотим сказать, что нужно стирать границы, нужно укреплять международные связи, учить языки, вообще развиваться. На каком языке вы будете петь? На каком языке? Да. На русском? И на русском, на английском. Серьезно? Да. Русские народные на английском? Почему? Есть, ну, как Билли Айлиш, вот Bad так, Guy. Угу. Вот. А еще есть какие-то у вас подобные композиции? Возможно. Мы только начинаем. Проектировать. Угу. А вы не расскажете нам, какую вы дальше поедете? Нет. Ну, вот так вот и живем тогда, получается. А с кем из наших коллективов ваш коллектив дружит? Особенно вот работающих. Может, коллаборации у вас какие-то? Да, может быть, вы... А можно быть не фольклорным, наоборот? Очень тесно мы общаемся и дружим с ансамблем «Воскресенье» профессиональным. Мы часто обмениваемся идеями, вообще делаем какие-то совместные номера. Ну, и постоянно в творческом поиске находимся. Это нам помогает развиваться. А вы сами ходите на какие-нибудь такие вот мероприятия, концерты? Вот, конечно. Там, прийти, посмотреть, послушать, что поют другие. Например, ансамбль «Триголос» вчера Ирина Пржьянова пела вот в «Триумфе». Не были? Вчера не были. А кто-то был, да, Ксюша? Кто-то был, да. Так, хорошо. Так, расскажите, а куда вы планируете ехать? То есть вы много где выступаете, ну, я так понял, за границей и за пределами Пермского края. Куда планируете съездить, выступить? Ближайшие фестивали, может быть. Ну, ближайший фестиваль, конечно, будет еще в Италии снова. Летом. Так, а вы зачастили в Италию? Так, а вы куда едете? Мама в Италию. Ну, в Италию. Я опять в Италию. Там очень хорошо. Русские народные там востребованы. Да. Еще? Ну, тоже всех секретов вам рассказывать не буду, потому что все в проекте. Так. Потому что все еще идет обсуждение. Вот. Слушайте, а как вы, на какие деньги вы живете? Кто вас поддерживает? Извините, здесь кроме. Безусловно, родители и... Сама как-то. Вашу группу, вы сами содержите, скажем так, да? Но все равно у нас есть наш режиссер, наш руководитель, который, безусловно, нам со всем этим помогает. А Пермский край, может быть, там, не знаю, Министерство культуры и молодежной политики Пермского края? Особо в этом я... вам не говорят? Да, я в это не подробности никак. Но вы учитесь, есть. Работаете? Учусь в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Так. Скорее всего, на ФПМ. На гуманитарном факультете. Специальность рекламы связи с общественностью. Так. Курс. А не мешает учеба вашему творчеству или наоборот? Или творчество не мешает? Нет, наоборот, в политехе очень комфортные условия. По обучению. То есть хочешь быть творческой личностью, отправляйся в политех, да? Ну да, почему нет? Ну, я с детства, с детства все совмещаю, поэтому для меня это не составляет никакого труда. Если ты успеваешь, ты можешь. Скажите, а вот в вашу группу «Груша» можно как-то попасть?
Может быть, кто-то увидел, да. Возьмете Рената? Ну, я Ренат в русской народной, да. А что? То, что надо, конечно, да. А что, наши народы всегда дружили? Само собой, да. Разбавим колоритом. Нет, ну, кто-то, может, просто думает, что вот я тоже хотел бы или хотела бы участвовать в группе, как мне попасть или нет? Безусловно, все могут прийти в наш коллектив и попробовать себя. Нам очень нужны мальчики от мала до велика. Потому что сейчас их не сыскать вообще. А вам нужны мальчики, да? Да. То есть, да. Мужские голоса. В смысле, в группу или просто, типа, солистки? Сейчас в новостях солистки фолк-группы Груши ищут себе молодых людей. Да. Нет, да. Мы уже все при людях. При людях, все. Спасибо. Пожалуйста. То есть нужны вам солисты, мужчины, да, которые да. знакомы с русским народным творчеством и фольклором, да, правильно? Приближаются очередные международные дельфийские игры. Мы все, почти все девушки являемся золотыми медалистками этих международных дельфийских игр. И вот приближаются они будут, по-моему, в следующем году. И вот мы собираемся участвовать в новой, уже старшей категории. Мы победили в детской. Вот ищем людей, ищем мужчин с голосом. Они предлагали Хорусу Квартет вот попробоваться? Вот мы сейчас как раз все обсуждаем. Есть тоже кандидаты, кого мы хотели пригласить. Угу. И вот. Кастинг объявили. Конечно. А слушайте, а вы не думали реально кастинг объявить? Потому что в группе у вас нет нигде. Хорошая идея. Кстати, можете добавиться в группу. Да. Группа Груша. Груша групп 5. Так называется она вот здесь, в адресе. Ну а так просто группа Груша по-английски почему-то. Потому что это да, же международный у вас. Развиваем связи. Да. С другими странами. Также подписывайтесь на Инстаграм и что, оставлять комментарии? Конечно. Надо, само собой. В Ютубе, в Инстаграме можно все это посмотреть, весь клип. Ну, а если Билли Айлиш вас позовет, поедете? Конечно, поедем. Да? Даже думать не будем. Да, а позовете лучше... в гости пельменями? Да, лучше сюда ее к нам может, позвать. Может, Билли Ну, может, Билли Ну, да. По секундикам. Ладно, спасибо вам огромное за ваше творчество. Я еще раз повторю, что мне очень зашел этот клип. И надеюсь, что в дальнейшем вы будете как-то развиваться и больше таких прикольных будете делать. Вам спасибо большое, мне было очень приятно. Да, ждем вас в следующий раз. И расскажите нам, Билли Айлиш, как отреагировала-то. Нам очень интересно. Еще, ну, если приедет, ну, зовите к нам, вместе приходите. Вместе приходите. Ну, договорились? Хорошо, я ей позвоню. Спасибо огромное. Все хорошо.